Привет, друзья, с вами Скай, сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Пайроапорт. Это эдакая стратежка, в которой нам предстоит развивать собственную нацию, страну или что-то подобное, в которой мы, в принципе, безграничны в своих решениях. И наша задача победить противника, который располагается где-то на этой карте, в этом, по крайней мере, режиме. Так, золото у нас есть, отлично. Золотая шахта, это все хорошо. Так, у нас потихонечку люди тут собирают. Давайте по максимуму просто все вбухаем в рабочих, потому что без них все равно ничего у нас не получится. Что бы мы ни делали, у нас без работников невозможно ничего. Нам надо будет быстренько вот это все. Так, все, давай. Дерево нам очень важно. В нашем случае сейчас дерево будет играть чуть ли не ключевую роль. Давайте посмотрим, что у нас есть. Положить можем. Так, мессон, так, порт. Нет, нам нужно что-то, относящееся на данный момент к аванпосту. Нет, изгородь тоже. Хороший вариант, но не сейчас. Так, карте милитер. Ага, это казарма у нас. Значит, давайте-ка построим пока парочку мессонов, то есть два домика поставим. Так, ты у нас займешься-то максимально быстрым возведением казармы, которую расположим, да, вот здесь, поблизости, рядом. Че нам особо растягиваться-то? У нас не бесконечные возможности, потому как нам... Так, что у нас тут еще пара человек добавляем? Пускай у нас будет больше народу. Чем больше народу, тем более эффективно мы можем работать со всем, что тут есть. Конечно, поставить бы одну здесь и в очень быстрых темпах... Ну ладно, пока что мы можем собирать тут довольно быстро. Так, все, идем сюда. И у нас тут вот есть товарищи. Так, вы что, офигели, что ли? Алло. Алло, братаны, ну что за фигня? Так, ты-то куда? Ты у нас небольшую разведку должен провести. Мне надо найти камень и прочее, что тут есть. Так, вот, овечки. Давайте, введи овец. Так, овец сюда. Тащим их как можно быстрее на забой. Они нам еще пригодятся в этом нелегком деле. Что у нас тут еще есть? Поля, можем порт построить. Ну, пока нам особо нечего построить, кроме... Вот я думаю, что стоит где-то вот здесь вот построить... Алло. Так, а где у нас? На, вот этого чувака надо определенно сюда быстро подгонять. Смотреть, что он нам может помочь предоставить. Так, нам бы надо быстро, как можно быстрее реально добыть кучу материалов. Так, тут уже можно строить вот такое вот замечательное здание. Давай прямо здесь и строй. Так, все, отлично, он строит. Здесь у нас построено. Ой, да тут еще и золото есть. Мне кажется, парочку аванпостов все же надо будет разместить. Но это только после того, как мы начнем хотя бы... Ну, блин, четырех бы надо. Ну и ладно, так пока сойдет. Будем как-то... пытаться вот 4, все. Отлично, посмотрим. Здесь у нас с едой более-менее все неплохо. Должно быть как таково, как мне кажется. Так что пока что можно разместить потрясающий вот какой-нибудь сборник. Вот тоже вот здесь вот. И пускай они строят тут довольно большие. Так, нет, 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 о чем это я? Нам нужны дома. Чем больше домов, тем лучше. У нас пока на два дома хватает ресурсов. Будем их производить. Отлично. Давайте сюда, ребята, на золотые прииски. Так, ты у нас... давай-ка разведай. Разведай побыстрее, что у нас тут есть. Тут скоро у нас будут кончаться продовольственные... нужды продовольствия нам необходимы, чтобы соблюдалось большое количество прибыли пищи. Потому что, ну, вином я не вижу... как нам? Так, стражники молодцы, конечно, но давайте. Нам еще нужно золото на вас. Так, все, еще двое сюда. И будет прям в самый раз. Так, может пару ферм построить? У нас пока позволяют ресурсы это сделать. Только где их разместить? Ну, давайте. Ой, так, нет, ты нам не нужна ферма. Мне нужна вот... как-то вот так вот ферма, чтобы была. Здесь на этих четверых этого должно хватить. Так, вот, давайте-ка. А вы двое пока разберетесь с этим, я думаю. Тебя можно сюда направить. Тут вышка делает осмотр. Пока небольшой. А что это такое? Мне интересно.
Нет, это просто какой-то фонарь. Так. Давай, иди, посмотри, что тут есть. Мне надо, чтобы ты полностью просмотрел все, что тут есть, и потом двинулся сюда. Будем потихоньку как-то пытаться узнать, что у нас может быть тут поблизости. Хотя бы как-то в обозримом... Так. У нас необходимо больше, гораздо больше народу, который будет работать. Ты после того, как построишь два дома, еще построишь ферму и сам пойдешь на нее работать. По-моему, это отличное решение. Ты у нас почему-то на прииски еще не пошел, а? Вот главный вопрос. Так, с фермами, я думаю, вопрос у нас должен как-то решиться. Тут у нас неплохая очередь. Надо нам срочно 400 жертв каким-то образом добыть. Я даже не знаю, каким. Ну, ладно, как-то это они же должны добывать пищу с этих полей. Так, окей. Давай, иди-ка сюда. У тебя будет задание построить. И вот это... А, вот, вот еще один есть строитель, так что ты у нас можешь сразу отправляться на прииски. Все, ты понижил нас звание. А мог бы так хорошо построить свою карьеру, как-то развиться, блин. Вот меня что-то пугает здесь. Пойдем потихонечку сюда, посмотрим. У нас обзорный пункт здесь стоит. Мы видим так, каменные захоронения, которые нам очень бы помогли, если бы мы вот где-то здесь разместили свою замечательную... Вот, вот эту вот вышечку. Не вышечку, а сборный пункт. Так, как он скачет странно. Так, ну-ка давайте-ка золотом надо больше народу. Да нам в принципе надо как-то. Так, что тут, может, еще пару домов построишь? Они стоят немного, но хотя бы мы больше крестьян сможем нанять. Давайте еще А, не могу, да? Пищи не хватает банально. Блин, надо расширять пищевую промышленность в нашем регионе. По 40 стоит. Мне надо еще больше как-то их сделать, чтобы ферм было. Так, ладно, один построил. Твое следующее задание — вот эта ферма. Мне кажется, ты справишься. Так, золото у нас идет постоянным потоком. Я бы даже... не знаю, я не вижу смысла в расширении в особом наших. Так, вот еще парочка рыцарей идет. Уже неплохо. Так, что нам? Камни нам понадобятся по-любому, если мы хотим развивать как-то нашу промышленность. Без камней это все будет очень тухло. Так, ладно. Пойдем посмотрим, что у нас вообще тут есть. Так, лесов тут не то чтобы много. Но карту надо как-то по-быстрому доразведывать все-таки. Так. Необходимо построить. Ты у нас иди выруби это дерево, потому что, ну, я думаю, ты справишься с данной миссией. Так, сюда куда-то перегоняем войска. Так, пока у нас с населением все более-менее. 4 работников еще. Так, тут строит, один ломает это дерево гребаное. Тут как-то, я думаю, справимся. Ну, тут ходить недалеко, в принципе, у нас улучшается все. Я думаю, стоит пока что... посмотреть, как этот чувак у нас справляется. Так, давай. Давай, просто посмотри. Все, едь сюда. Я думаю, что здесь это будет более-менее место, в котором мы можем продолжить наше развитие. Так, идем сюда. И я думаю, что тебе необходимо отправиться на выработку дерева. У нас вариантов-то больше нету. С золотом как бы у нас проблем пока нету. Нам бы как-то кавалерию начать готовить в больших темпах. Так, камни нам по-любасу понадобятся, поэтому, блин, мы пока ничего не можем строить. Только если вот как-то вот так вот сделать. Просто я не знаю, что еще делать. Ну вот давай, ты у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, идите-ка сюда. Вы у нас как работали здесь, так и работаете. Ну, как бы... Что за проблемы? Я не понял. У нас вот тут все вроде должны работать. Так. Ага. Ты у нас отсюда снялся. Ты тоже отсюда. Третий сюда. Все вы остальные вот где-то здесь были. Вы у нас нормально справляетесь? Эти вот с загородкой своей пока справляются. Так. Давай.
Пойдем как-то будем пытаться. У нас тут еще золото с этой стороны есть. С камнями разберемся, дальше посмотрим. Так. А вот, вот у нас строитель один готов. Золотом пока более-менее все. Но, блин, с пищевой промышленностью все плохо. Тут надо будет... Вот сейчас вот все, которые выйдут, вся четверка у нас пойдет вот сюда куда-нибудь заниматься местными, видимо, ресурсами. Так, нет, у нас, слушайте, есть храм, позволяет хранить... Интересно. Давайте-ка разместим храм. А что мы еще можем сделать? Пока ничего в военной промышленности не можем. Но зато можем мюррей построить. Я думаю, это неплохая будет оборонная штуковина для нас. То есть как-то... Вот если вот так вот построиться... Ну, по 5 камня, конечно, это довольно много жрет. Но зато как-то нас обезопасит. Я думаю, вряд ли враг сможет напасть на нас быстро. Особо, если мы оградимся вот такой вот стеной. Вот что он нам сделает? Правильно, мало чего сможет противопоставить. Она довольно недорогая. Ну вот, смотрите, вот мы застроились, все, у нас это направление полностью перекрыто от нападок врага. Все, давай, иди сюда. Ты у нас тут на исследованиях. Так. Вот здесь, в этой башне, вообще, наверное, уже скоро не будет как бы нужды. Ну да ладно, пока у нас будет вот, вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это кто? Это какие-то китайцы, что ли? У нас противник китайцы, блин, я не знаю. Я смогу с ними справиться? У них уже огромная популяция, куча домов настроена. И армия, скорее всего, сделана как следует. Так что надо очень срочно... Так, окей. Ты у нас шуруешь сюда, ты сюда. Этот занят строительством. Эти у нас хорошо справляются с вырубкой леса. Так, кто это такой? Священник. Окей, давайте одного священника построим. Так, это не надо. Рынок создает купцов. Так, купцы нам нужны ли? Так, городской центр. Ну, как-то такое. Я надеюсь на скорое улучшение наших остальных. Так. Давайте-ка, с деревом у нас более-менее все спокойно сейчас стало. Более-менее выработка. Давайте-ка на камень переключимся. Вот с камнем могут быть сейчас такие довольно серьезные проблемы. Потому что вот какие стены нам надо строить. А деревяшники и так справятся. Ты кто такой? Что ты можешь делать? Ага. Окей, так, стены у нас ну, довольно-таки неплохие. Мы, по крайней мере, будем точно знать, если противник на нас решит как-то внезапно повыпендриваться прийти. Так, стройка у нас продолжается, грандиозные. Стену мы делаем. Так, у нас тут все работают потихонечку. Все более-менее. Так, ну, с камнями мы как-нибудь справимся. Так, давайте, ладно, еще улучшим. 250 камней, ах, капец. Сколько все жрет? Так, создает... Угу. Давайте лучников сделаем. Пускай они как-то разбираются. Так. Не смей трогать. Давайте лучники. О, да. Вот эти башенки очень даже неплохие, как оказывается. Как показывает практика, то они очень неплохие. Надо продолжать строить. Иначе нам... строй давай. Братан, тебе никто не говорил прекращать строить. А ну идем сюда. На защиту этого... Эта стенка будет просто, наверное, великолепно защищать наши шансы. Слушайте, давайте как-то пролетимся снова через них. Особенно вот меня интересуют вот те районы. Так. Братаны. Братаны, давайте-ка разберемся с ними. Мне вообще не нравится их агрессивное поведение. Ну-ка, дайте-ка им люлея. Что за фигня? Давайте, первый наш отряд, 7 воинов, которые вообще непонятно, что у нас делают пока что. Университет, так. Маршесовец. Так, ну пока нам надо как-то более углубиться вот в количество населения, в моем понимании. Так, это пока у нас строится, камнем более-менее. Так, четверых
Давайте сразу восьмерых призовем. Так, арбалетир. Ой, 5 арбалетиров, думаю, будет весьма неплохо. Надо еще улучшить возможности нашего. А у нас тут уже почти все по максимуму. Ну, вот эти вот башенки, кстати, надо строить почаще. Они атакуют весьма неплохо. Вы что, ребята, оборзели, что ли? Братаны. Братаны. Что за фигня? Вы что, не можете атаковать, что ли? Ага. Так, так, открыть. Не атаковать. Да, вроде все нормально. Так, удерживать позицию. Ну, прям отлично. Все, ребят. Давайте, воюйте тут в случае приближения каких-нибудь гадов. Как бы... оповещайте нас. Как бы, вот вам подкрепление. Вот этому чуваку вообще норм. Он тут строит всякое, аванпосты, торы. Вообще замечательно. Он у нас прям профессиональный строитель. Нормально. Нормально. Так, еще лучники у нас есть. Пускай выдвигаются сюда на позиции. Так, у нас тут строители были вроде бы. Так, а вы, ребята, у нас в лесорубы вроде должны были идти большим числом. Так. Давайте-ка с едой тут разбирайтесь. Ну-ка, 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 ну-ка. Тут на нас не нападают? Пока нет. Отлично. Ну-ка, давайте-ка проедем, еще посмотрим, разведку необходимо провести. Жаль, не будем. О, господи! Вот это количество народу у них там. Мне срочно нужны какие-то продвинутые защитные сооружения, коими должны заняться у нас тут быстро и оперативно. Потому что, ну, как сдержать врага, я не знаю. Вот, посмотрите на это, просто придется вот так вот строить стену. У нас вариантов просто иных нету. Так. Так, не, нет, я не знаю, зачем там построено было. Ну да и ладно. Так, отходим просто тут и продолжаем стройку свою. Просто я не знаю, если я не построю такое укрепление, от меня тут мало чего останется. По крайней мере, мне так кажется, что-то мне подсказывает это. Что-то как бы... Ну так вот. Ага. А, тут еще, да, надо застроить, как бы, какие проблемы-то. Давайте... просто застроим все это. Дальше-то они не должны пройти же. Ох, отлично. Как бы вот, вот эти вот чуваки, надо что-то делать с вами. Так. Может, ты как бы со стройкой поможешь, а? А у тебя особое задание. Так, университет. Чтоб ты не делал университет, я тебя построю. Не знаю зачем, не знаю почему, но просто мне кажется, что он нужен. Так, этот чувак почти закончил тут со всей фиготенью. Надо будет поставить здесь вот какой-то... так. Вот здесь какую-нибудь фигню, чтобы они срубили весь этот лес. Так. А вы кто у нас, ребята? Ага. Вот у нас и незанятые вдруг появились. Те, кто готов у нас тут пострадать, просто погорбить спины на... благо... благо нации, назовем это так. Эстабель, так. Фурье, нам нужна фурье здесь. Все, иди строй. Так, отлично, отлично. Тут пока эти справляются. Вот эту вот фигню надо убрать. Ворота где-нибудь здесь необходимо организовать, наверное, будет. Так, а мы где можем порталь? Порталь. Давайте-ка вот здесь вот порталь сделаем. Да, порталь у нас будет. Отлично. Ой, так. Иди давай, добывай всякие ресурсы. Че у нас тут занимается, чувак? Помогай со стройкой, а? Как бы все бы... А тебя что, не заставили работать, что ли? Какой-то странный у нас тут. Ой, некоторые реально очень странные тут работники. Они ведут себя непонятно как. Так, со стенкой у нас тут более-менее, здесь тоже. Войска как могут пройти? Ну, только здесь, наверное. Так, так что вот золото у нас тут есть. Я, блин, хотел бы сделать вылазку, но я что-то дико сую по поводу того, что меня сразу же порвут. Арбалетер Шаузи. Гризам. Так, нет.
Ты у нас что еще умеешь строить? Так, эстебель. Так. Давайте построим вот такую шнягу. Она нам явно пригодится. Ага, ага, ага. Займемся укреплением этого района. Тут явно необходимо что-то серьезное. Так, ладно. Они здесь. Мне нужны еще бойцы в больших количествах. Но только бойцы, которые... так, эстебель я не строил, да? Значит, построим. Построить этот гребаный эстебель. Мне нужны... Наверное, еще кто-нибудь нужен. Я не знаю просто, кого мне надо нанять. Для того, чтобы у меня были прям элитные войска. Давайте как бы вот этих вот понанимаем по максимуму. Пускай они там отстреливаются. Так, угу. А чё, с домами-то у нас тут зависло, что ли? Стройка века. Какого фига не происходит? Так, можно было как бы и уже переключиться на вырубку леса давно. Чё ж вы такие? Так, отлично. Ты можешь, ты сам знаешь, что делать. Где-то тут, где-то тут. Вот надо поставить вот такую замечательную ферму. Так, ладно, иди сюда, ты иди. Ну ладно, давайте так как-то попробуем. Или что, этот мудак теперь вообще не сможет выйти? Вот, мы закончили, по крайней мере. Так, здесь мы должны точно поставить. Ага, для Тора у нас нет. Нифига нет у нас для Тора. Так, ладно, отлично. Давай-ка ты поставишь нам вот здесь вот Тор. Будет, наверное, прекрасно, замечательно и великолепно. Так, давайте отходите отсюда. Вот у нас еще к вам подкрепление есть. Ага, ага. Кто ты такой? Что это такое? Вот, нормально, нормально его просто изрешетили и как бы никаких проблем. На какие работы, интересно, ушли у меня следующие господа? Так, ладно, добывай. Ты у нас идешь сюда. Войсковая группа у нас, можно сказать, почти готова. Ага, золото нам не особо требуется. Пока что у нас с золотом все хорошо, все прекрасно. Давайте лансье по максимуму просто наделаем. Вот мне что-то подсказывает, что они прям топище должны быть. Может, еще один эстебель построим? Так, ты у нас, братан, сюда. Так, вся пехота у нас будет и все такое у нас как-то в одной кучке будет ползать. Так, вот вас четверо. Парочку обычных. Ой-ой-ой. А вы чем до этого занимались? Боюсь спросить у вас. Так, просто реально боюсь спросить и узнать, какую хренотень они творили до этого. Так, здесь у нас более-менее, здесь защищено. Лес пока вырубается, мы еще в безопасности. Вот надо каменщиков сюда отправлять. Ох. Так, шевелье нам нафиг не нужны. Нам нужны вот тяжелые вот эти вот, прям максимально тяжелые господа. Так. Вот сюда нам надо точно опорный пункт какой-то. Братан, давай-ка ты, давайте вот этот уничтожим. Он нам нафиг не сдался. А ты у нас здесь где-то должен построить, ну, вот такую вот штуковину. И вот у нас тут есть энное количество каких-то не очень занятых. Ну, вот, наверное, так. Все, работать сюда. Давай, максимально быстро. Максимально, просто на максимум выкладывайтесь, господа. Ага. Так, что-то с обороной надо решать. Пускай у нас тут еще будет парочка вот таких вот замечательных вышек. Так, ребят, сюда. Давайте пополняем отряды. Вы у нас тут уже готовитесь. Все хорошо. Скоро у нас планируется, наверное, крупномасштабная высадка. Поход даже скорее. Так, все это у нас замечательно. Это у нас еще один пополнение сюда решил организовать. Так, я думаю, что нужна броня. Нужна и эта броня. Как-то с броней все плохо пока что.
Так, ты у нас не хочешь ли сделать мне такую офигенную штуку, как еще одна кузница? Просто я... Нет, не хочешь, я понял. Так, может... Кстати, у нас университет готов, что мы должны сделать? Так, прочность зданий, отлично. Прочность зданий это по-нашему. Ага, золотом у нас. Ну, сейчас они доломают это золото и пойдут сюда, наверное, золото рубать. Нет, я сказал, сначала доломают. Ну, тут что за фигня? Господа тут с лесом хорошо вроде. Все решается, еще троих надо ждаться. Так, давайте-ка построим тут вот какую-нибудь шнягу. Священники что делают? Я вот все хочу узнать. И дает постоянное улучшение. Интересно, он может благословить наших. Прикольно. Прикольно, прикольно. Так, следовать за целью где-нибудь. Нормально, если он дает улучшение постоянное, то это офигенно. Так, инженеры осадных орудий пока нам не нужны. Так, это все или тут... А, еще под... Вот, еще один должен приехать. Вот это будет самый раз для нас. Мне нужна броня кавалерии, просто без этого я не знаю, что делать. Серьезно, без брони кавалерия, которая сдохнет в первые же секунды боя, это не кавалерия, а какой-то бред. Так, выезжай. Так. Нет, вывод все два. А вывод все, вот как бы другой отряд. Что ж вы бежите-то туда? Это вот вы один, понимаете? Вот вы два, а вы один. Все, никаких недопониманий больше не должно быть. Так, построим тут еще одну башню. Все, вали отсюда. Поехали. Поехали, как-то будем подступать к ним. Так, господа. А у нас там улучшения случаем не готовы для того, чтобы как-то улучшить конницу. Наши господа должны быть вот при максимальном вооружении. А я знаете, о чем не подумал? Так, урон по площади вот таких вот штучек на А4. И еще... Ну ладно, денег у меня не хватает. А если не денег, то других ресурсов. Так, давайте-ка. Давайте сюда. Будем потихоньку как-то пытаться нападать. Для нас важен эффект неожиданности, как мне кажется. Открыто, стандартно. Разделить? Нет, мне не надо разделять их. Итак. Ой, они пошли на нас в атаку. Все, ладно, я понял. Идем вырезать всяких гадов. Так, хорошо, но лучше, наверное, двигайтесь сюда, а вы... Рубите большой толпой просто все, что тут есть. И мы так справимся. Копейщики сюда. Ой, какой замес, мне кажется, неприятный будет. Давайте сюда, 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 сюда. Тут прям большое количество лучников. Это ваш конек должен быть. Так, может вы у нас Ctrl-3 будете? Ну и как у вас тут дела? Валите. Так, передвигаемся, передвигаемся. Нам необходимо как-то повоевать с этими гадами. Лучники, не спать. Лучники, не спать. Так, у нас там вроде как с осадными орудиями что-то должно было быть. Ну. А, вот они. Вот они, замечательные наши. Орудия с уроном по площади и... Все, давайте сюда, мне надо как-то с вами... Решить тут, в принципе, все разногласия, иначе это будет нереально. Как-то сосуществовать. Так, с золотом проблему мою решайте, это какая-то фигня. Мне нужно большое количество... Ну, так. Кто мне нужен еще? Быстренько строим большое количество всяких разных групп войск. Так. Давай. А, так это улучшить можно было, да?
Окей, окей. Да, пофигу. Улучшить, не улучшить, нам тут совсем пофиг. Так, когда наша тут вот эта вот группа непонятно какого назначения, а ну уничтожить. Так, я не понял, а что у нас поля все еще остались? Разнести. Так, вы-то что у нас тут забыли? Так, что-то мне подсказывает, что своих-то надо отводить, когда долбят такие орудия. Потому что, ну, это нереал будет. Так, сломайте его. И пошли ломать отдельное что-то. Нет, вас я прошу, ох, поражение через 2 минутки. Ой, как хорошо. Ладно, ребят, на этой офигительной ноте нашей победы, сладостной победы, в том, что мы разносим. Так, ну-ка давайте-ка все разносить. Ох. Только вы уходите оттуда. Блин, прошу, ребят, реально. Вот, а вы стреляете тут, потому что нереал. А ну, громить тут лишних всяких мудаков. Так. Что у нас тут есть еще? Давайте улучшим защиту. И будем всячески продвигать наших с вами. А ну давайте сюда. С деревом вы нормально тут поработали уже. Так. Неплохо все у нас прокачано. И пока мы побеждаем противника, который нас особо не напал, потому что легкость низко стояла. Ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Грандиозная победа, при которой мы просто разносим все к чертям. Я не вижу дальнейшего смысла в продолжении военных действий против наших товарищей, которые тут оказались разнесены в пух и прах. Ну, тут еще долго ребятам вкалывать. Ой, а вот эта вот фиготенька могла бы как следует зайти. Давай, покажите, на что вы способны. А ты нафиг разнеси. Так, не понял. А что тут? Нельзя как-то быстро порешать этот вопрос? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, присылайте крутые игрушки, которые бы хотели увидеть на канале. И в пятницу будет стрим, поэтому приходите. Что еще могу сказать? О стриме будет сообщено в последующих роликах, анонс будет. Все, так что, ребят, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и лайк за победу. До новых встреч и пока.